Американская белая бабочка. Американская белая бабочка относится к карантинным объектам, ограниченно распространенным на территории России. Родиной американской белой бабочки является Северная Америка. А реал ее обитания простирается от южной границы Канады до северной границы Мексики. В Европе вредитель впервые был выявлен в 40-х годах в Венгрии. В настоящее время вредитель широко распространился в большинстве европейских стран. На территорию бывшего СССР он проник в 1952 году в Закарпатье. С данного времени вредитель активно продвигался в южном и юго-восточном направлении. В настоящее время вредитель после длительного пребывания на территории России, конечно, уже распространился на значительной территории, как правило, юга России. Это территория Предкавказского региона, это территория Ростовской области, Краснодарского края. На данный момент вредитель в некоторой степени стабилизировал свои свой очаг, который в пределах этого региона и продолжает существовать. В благоприятные годы возможно незначительное расширение ареала вредителя в восточном направлении. Отдельные, пока неустойчивые очаги зарегистрировали в Поволжье, Волгоградской, Астраханской областях Республики Калмыкия. В аномально теплые годы очаги могут появляться в Воронежской, Курской областях, в Приморье. Американская белая бабочка, точнее ее гусеницы, широкий полифак, повреждает более 230 видов плодовых, ягодных и кустарниковых пород. Однако, в принципе, основные кормовые растения ⁇ это плодово-ягодные растения, шелковицы и клен. Вот на основных 10-15 видов вредитель хорошо распространяется. Как правило, этот вредитель считается ну, таких открытых стаций, различных приусадебных участков, дендропарков, городских насаждений. На территории России вредитель дает две полные генерации в год. Второе поколение более многочисленное и вредоносное. Бабочка после спаривания приступает к откладке яиц. В одной яйцекладке в среднем бывает от 200 до 500 яиц. Есть отдельные кладки до 1200 яиц. То есть понятно, что если вот таких 3-4 кладки на одно дерево, то это получается гнезда где-то метровой величины с большим количеством гусениц. По нашим наблюдениям, примерно 3-4 гнезда на одно плодовое дерево позволяет полностью ну, превратить это в голый куст это растение. В промышленных садах вредитель практически не встречается. Этому способствуют плановые обработки химическими инсектицидами. В борьбе с вредителем применяют и механический метод – удаления паутиных гнезд с гусеницами. Данный способ можно рекомендовать для территорий, где химические обработки запрещены – в санаториях, городских скверах и дендропарках. Вредитель хорошо идентифицируется по внешнему виду. Его можно спутать с близкими родственниками, бабочками, семейства медведицы. Но во Всероссийском центре карантина растений разработали методику, при помощи которой можно надежно определить видовую принадлежность обнаруженного насекомого. Даже если была найдена бабочка без целых крыльев, то идентификация может проводиться по ее гениталиям. Вредителя можно отловить с помощью ловушек с синтетическими феромонами. Такие ловушки вывешиваются для сигнализации сроков лета бабочек. Дальнейшее распространение вредителя возможно только с помощью автомобильного транспорта, различных поставок грузов из зоны распространения вредителя в свободные зоны. Для предотвращения распространения американской белой бабочки рекомендуется проводить тщательный контроль транспорта и грузов из зоны распространения вредителя. В случае его обнаружения товар возвращается поставщику или обеззараживается.